Меня зовут Алексей Милько. Мне 6 лет, детский садик «Веснушка». Сулим Яковлевич Маршак. Мороженое. По дороге стук да стук едет крашеный сундук. Старичок его везет, на всю улицу орет. Отличное, заграничное, клубничное, земляничное, прекрасное, ананасное, мороженое. Ребятишки босиком ходят вслед за сундуком. Остановится сундук, все становятся вокруг. Так, мороженое на блюдечке положено. Густо и сладко, ешь и без остатка. В сундуку бежит толстяк, от жары он весь размят. Шокер от подушки, шляпа на макушке. Эй, кричит он, поскорей, положи на 5 рублей. Да в придачу на полтинник, я сегодня именинник. Ради праздничного дня и рождения у меня. Взял мороженчик лепешку, сполоснул большую ложку в банку, окунул, мягкий шарик зачеркнул, по краям приготовил ложку и накрыл его лепешкой. Отдувается толстяк, взял еще на четвертак, а потом на целых 3. Все кричат ему, смотри, у тебя затылок синий, на бровях глины, как на дереве в лесу, сосулька на носу. Он стоит и не шевелится, а кругом шумит метель. Сюда у нас гора, нынче выросла гора. Вся дорога загорожена, капель в саночках народ, под полозьем не лед. А отличное, клубничное, земляничное, прекрасное, ананасное, именинное, апельсиновое, мороженое.